В течение месяца жители Твери вносили свои инициативы по благоустройству общественных зон в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год. 25 января сбор предложений был завершен, подведены его итоги. Из Пролетарского района поступили предложения по благоустройству Мигаловской набережной, парка текстильщиков, а также скверов у почты на улице Строителей в Первомайском и на бульваре Нагина. Жители Заволжья выбрали благоустройство набережной Афанасия Никитина и сквера на улице Хрустальной. В Центральном районе – Театральная площадь и набережная Степана Разина. В Московском районе горожане предложили привести в порядок зеленую зону на бульваре Гусева и ряд других объектов. Общественная комиссия проанализирует и выберет наиболее популярные среди горожан предложения. Уже к 10 февраля будет сформирован адресный перечень общественных территорий. Финальный отбор общественных зон для благоустройства на 2021 год проведут сами горожане.